Восточный базар никогда не бывает пустым. Фрукты, овощи, сладости здесь в огромном ассортименте. И зимой, и летом, и даже в межсезонье. Глаза разбегаются, а руки тянутся к кошельку. 375 пойдет? Больше ничего не надо? Алматинские яблоки есть? Больше. Сейчас, кстати, польские яблоки только. Местного еще нет. По данным медиков, 85% людей в это время страдают авитаминозом. Да мы и сами чувствуем, как после долгой зимы организм требует легких салатов и фруктов. И поэтому мы идем на рынок и берем натуральные витамины, не задумываясь, а сколько же действительно в них пользы. Здравствуйте, в эфире программа «Осторожно, импорт». И в этот раз мы расскажем, откуда на наших прилавках овощи и фрукты, какие из них нового урожая и помогут ли они восстановить жизненный баланс сил. Это раньше запах цитрусов возвещал о скорой встрече Нового года. Теперь экзотические фрукты приобрели круглогодичную прописку на наших прилавках. Глянцевые, упругие, сочные, начищенные, как медный пятак, как будто только что из ближайшего сада. Фрукты у нас идут два вида яблок. Это лимонка, привезено из Польши, и черный принц. Два вида яблок. Апельсины у нас Египет. Мандарины есть, тоже Аргентина привезен. Винограды также Аргентина. Сок гранатовый у нас, Азербайджан идет. Персики, абрикосы, черешня из ближнего, но тоже зарубежья. Свое только ждем. В июне месяце у нас ожидается новый завоз. Это клубники, конфетка, вид, новый вид яблока и алматинский апорт. С Тараза также у нас тоже поступают новые завозы яблок. Белый налив – это свежие яблоки этого года. Взвесьте мне, пожалуйста, клубники. Так хотелось, что не дождалась. В мае месяце с появлением первой клубники Сауле Карашашева решила отведать сладкой ягоды. Немного, на пробу. Но даже многократное промывание проточной водой от микробов не спасло любительницу ягоды от промывания желудка. Именно эта процедура потребовалась женщине буквально через пару часов после приема витаминов. Сначала начался жар, температура подскочила за какие-то минуты. Потом рвота, рези в животе, пришлось обращаться в скорую. Отравление, сказали врачи. Когда покупала, говорили, что с ближнего зарубежья. Еще подумала, алматинской нет, а бишкекская – пожалуйста. Ранее почти всегда неспелая. Эта аксиома многими забывается. И уж точно не все задумываются, настолько ли климатические условия ближнего зарубежья отличаются от средних температур в наших южных регионах, чтобы оттуда поступали те же фрукты и ягоды, которые произрастают и у нас, но почти на месяц, а то и два раньше. Покупая такие красивые свежие фрукты, никто не может дать стопроцентную гарантию, что они не могут содержать в себе повышенное количество каких-то нитратов или даже при выращивании таких фруктов не применялись нитраты. Все пациенты, которые госпитализируются в наш стационар, по протоколу обязательно обследуются на наличие нитратов в крови. Значит, таким критерием является показание медгемоглобина в крови. Диагностическим титром считается 5,6. Все, что выше этих показателей, считается уже, что у данного пациента имеет место отравление нитратами. Нитраты или соли азотной кислоты, а это, по сути, подкормка для растения для увеличения массы плодов, сами по себе мало токсичны. Но когда удобрение с овощами и фруктами попадает в желудок, оно превращается в гораздо более токсичные нитриты. Они имеют свойство задерживаться в организме и препятствуют транспортировке кислорода. Это приводит, если буквально, к удушью органов и тканей и к отравлению всего организма в считанные часы в случае превышения дозы. По запаху, на цвет и даже вкус содержание и количество опасных нитратов и пестицидов не определить, только лабораторными методами. Но снизить риск для жизни и здоровья в домашних условиях можно, вооружившись кухонным ножом. Концентрируются нитраты в основном в кожуре и на поверхности плода, поэтому сначала нужно тщательно промыть фрукт или овощ. А потом очистить от верхнего слоя. Раньше нам говорили, что в кожуре как раз и содержится весь кладезь витаминов. Теперь это не так. После для уверенности рекомендуется ошпарить натурпродукт кипятком. Теплообработка должна нейтрализовать все вредные вещества.
Не со всеми плодами такое можно проделать, поэтому необходимо требовать на месте сертификат качества и безопасности товара, где черным по белому должны указываться сведения о стране происхождения, производителе, способе выращивания и даже анализ лабораторных исследований на нитраты и пестициды. Правда, и это не панацея. Вся технология выращивания этого продукта и все меры хранения, упаковки и транспортировки направлены именно для достижения этой цели. Конечно, производитель для этого часто прибегает вынужденно к обработке различными препаратами. Покупать продукты нужно те, что произведены недалеко от вашего дома. Эту рекомендацию, перефразированную из крылатой фразы «ты то, что ты ешь», дают и аграрии. Осталось немного подождать. В современных хранилищах-холодильниках казахстанские яблоки могут сохранять все полезные свойства до мая месяца. Но спрос на них столь большой, что заканчиваются они уже в начале марта. Для удовлетворения растущих аппетитов соотечественников планируется увеличить площадь и ассортимент фруктового сада. У нас в Алматинской области, ну и не только в Алматинской области, в Казахстане, на территории Южно-Казахстанской области, достаточно благоприятные климатические условия, чтобы не использовать никаких катализаторов, химии для созревания яблока. И период созревания за счет как раз-таки вот этих благоприятных климатических условий является самым оптимальным. Эти яблоневые сады в Алматинской области зацвели в начале апреля. Сад экспериментальный, из карликовых деревьев. Но это такие, про которые можно сказать маленькие и удаленькие. Производитель планирует снять в этом году с участков 15 гектаров 350 тонн зеленых и красных плодов. Но вот эксперимент не сказывается на сроках созревания. Середина августа – оптимальная пора для сбора первого урожая без химии. На 20 гектарах у нас 16 гектаров – это яблоки. И 4 гектара – это косточковые культуры. Есть слива, есть черешня, есть абрикос. Это был пилотный проект. В будущем мы планируем увеличить наш сад до 300 гектаров. Пока алматинские садоводы оберегают урожай, в тепличных хозяйствах его снимают. Не первый за год. Огурцы и помидоры – вот то, что действительно местного производства уже сейчас. Получается, это гидропоника, капельное орошение. Помидоры, само растение вырастает где-то до 15 метров. Получаем примерно где-то 50-60 килограмм с квадратного метра за год. 5 таких тепличных комплексов под Актобе, каждый из которых площадью от 1 до 3 гектаров. Таким образом, обеспечивает до 40% потребностей целого города в свежих овощах. В летний период появляется возможность западно-казахстанскими огурцами и томатами подкармливать даже соседей. Активно используется нашими тепличными хозяйствами. Это транспортно-логистический коридор Западная Европа, Западный Китай. На сегодняшний день наша продукция очень востребована, пользуется широким спросом. Это с Оренбурга приезжают люди, забирают с Челябинска, где население более миллиона человек. Но не только из-за нехватки собственноручно выращенных овощей обращаются к нам соседи. В ассоциации теплиц Казахстана наглядно объясняют, почему наш продукт пользуется популярностью. Наглядно можете посмотреть, это вот помидоры я разрезал. Это сочные, яркие помидоры, и можно определить, консерванты на нем есть, нету. Разрезаете напополам, и в этих местах появляется белизна. Через определенное время, то есть через 10-15 минут появляется вот эта белизна. Вот эта белизна есть пестицид. Вот этот пестицид как раз он вреден для человека. Если по качеству местный продукт вне конкуренции, то вот по снижению себестоимости и увеличению объемов работа кипит. Помимо субсидирования государством каждого обработанного квадратного метра земли, фермеры начали работать над снижением затратной части. Будущее за теплицами на термоаккумуляторах и энергии солнца, уверен глава Ассоциации тепличных хозяйств. Удешевление производства неминуемо приведет к росту урожайности и потреблению казахстанцами своих домашних овощей и фруктов в круглогодичном режиме.